«Хочу проголосовать». Основная команда в программе предварительного голосования по кандидатам от партии «Единая Россия». Она максимально удобна и проста для всех желающих сделать свой выбор. При возникновении вопросов можно обратиться в центры компьютерной помощи, которых на территории округа 41. Глава муниципалитета Андрей Иванов отдал свой голос в одном из таких центров, расположенном в библиотеке номер 1. Система удобная. На самом деле надо зайти на сайт Праймерис, и там сама программа уже подсказывает, что делать дальше. Для этого обязательно надо иметь аккаунт на портале госуслуг, чтобы подтвердить свою личность. Участвовать в предварительном голосовании может любой житель округа, стать так называемым выборщиком. Для этого нужно достигнуть возраста 18 лет и иметь аккаунт на портале, как я уже сказал, госуслуг. Операторы центра помогают с любыми техническими сложностями. Войти на портал госуслуг, восстановить забытый пароль, правильно ввести паспортные данные, проголосовать в мобильной версии через телефон. После завершения процедуры личная страница пользователя закрывается при избирателе. Есть ряд и тех, у кого неправильная регистрация указана, либо, например, они поменяли место жительства, то есть на госуслугах они их поменяли, а здесь на портале нет. Мы им помогаем с этим разобраться, мы им помогаем прикрепить какие-то свои паспортные данные. Такая система электронного предварительного голосования запущена впервые. Проголосовать онлайн можно по 30 мая. Кандидаты, победившие в праймерис, будут представлены в Государственную и Московскую областную думы на выборах. Единый день голосования пройдет 19 сентября. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».